И всем привет, дорогие подписчики канала Мрот Эйч Инкорпорейтед. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Это уже шестая часть прохождения Лары Крофт, Том Рейдера, Легенда. Надеюсь, вам она нравится. Я решил сразу же даже не выходить из игры по традиции, чтобы показать главную вступительную заставку, а сразу здесь, во избежание багов, лагов и так далее. И этого мне не хочется. Продолжаем играть за Лару Крофт. Надеюсь, вам нравится. Надеюсь, вам понравилась вчерашняя гонка. Поддержим ролик лайком, комментарием и подпиской. Ну, а я выключаю вебку, но я остаюсь с вами. Мне просто нравится, вот видишь ли вид Лары, я не хочу его портить. Давай, Лара. У нее ничего нету? А, ну да, это же воспоминания. У нее ни пистолетов, ни черта нету. Это Параиса. Ну, с другой стороны, здесь возиться нам не надо. Чтобы прыгнуться. Хорошо. Чтобы бросить осветительный патрон. Ага. Доски над провалом сломаны. Перебирайся по балке. Я даже не хочу знать, что там внизу. Ты отстаешь. А ты убежишь. А ты близко. А я сюда зайду. Так, пока не буду туда идти. Что-то мне это не нравится. Что происходит? Аманда! Аманда! Ты меня слышишь? Аманда! Все завалено. Ну, в общем, нам в любом случае в том направлении надо было идти. Хорошо. Нет, конечно, плохо. Жалко, конечно, банду, но давайте пойдем дальше. О, Сара. Боже мой. Что случилось? Померла. Возьми, может, что-нибудь ценное есть. Но это ловушка с плитами, это мне понятное дело. Тут, кстати, есть другие проходы, мне вот любопытно. Ну, вроде... Ага, есть что-то. Лара? Спасибо, если кто-то сказал, будь здоров. Ну, или написал в комментариях. Извиняюсь. Так. Отлично. Давай, идем сюда. И крутимся на полную. Ю-ху! О! Серебро нашел. Но мне как-то туда ведь надо попасть. Давай-ка, Лара, еще раз. Так. Зараза, Лара, ну куда же ты все время? Всегда не туда. Молодец, хорошо. Так. Теперь вон туда. Во. Контрольная точка, красота. О, еще один трупешник. О, господи. Лара, сюда. Кент?
Сейчас приду, Кент, ты подожди. Тут наверняка сокровище какое-нибудь ацтекское есть. Хочу его забрать. Нет, нету. Ну ладно. Что происходит? Он убил Оскара. Кто он? Я не знаю. Не знаю. Я не видел. Ворота не поддаются. Выпусти меня. Успокойся. Что? Прямо надо мной есть лазейка. Вытащи меня отсюда. Скорее. Мы должны спастись. Сейчас вытащу. Так. Быстрее, Лара, он скоро вернется. Держись, я уже иду. Он приближается, черт, Лара. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Лара, давай, давай, давай. Да, Лара, не туда. Поверни свою попку сначала. Во. Кажется, я видел свет. Оставайся там, Кент. Я спускаюсь вниз. Аманда? Аманда! Кент! Это она. Подожди. Кент! Да, действительно. Ты сам боялся. Кент! То есть мне убегать теперь, да, от нее? Или нет? Ага. В общем, мне убегать. Хорошо. Ну, нет, это плохо. Аманда? Аманда! Кент! Это она! Подожди! Кент! Кент! Сожало. Мимо! Хе-хе-хе. Бегом, бегом, бегом. Не очень хорошая ситуация, но да ладно. Так. И как мне тут быть? Мне нужен вот этот шар. Давай, Лара. Отлично. Давай, Лара. Вот это дичь, конечно, с этим монстром. Ничего. Лара, Джейсон мертв. Все погибли. Здесь что-то есть. Я не знаю, что это. Я только видела. Это собачка местная. Трупак есть? Нет. Трупачка нет. Зато есть серебро. Серебро я возьму. Кстати, сколько у нас серебра, если на то пошло? Ноль. Это бронза все была? Слушайте, это издевательство. Выглядит как серебро, а за серебро не засчитывается. А, ой. Я думал, он зацепится.
Мой косяк, признаю, мой косяк. Аманда! Я думаю, этот камень открывает дверь. Мне это не нравится. Ты уверена, что прочитала правильно? Эта штука приближается. У тебя есть идеи получше? Действительно. Это может быть ловушкой. Мы уже в ловушке. О, боже! Беги. Да, это ловушка. Беги, Аманда. Аманда. Быстрее, Аманда. Давай, забудь про свою прическу. Плыви. Да, да просто вытащи из ботинка ногу. Ну, это уже трубешник. Давай, Лара, бросай, все, хватит уже. Иначе сама задохнешься. Лара, хватит уже. У тебя кислорода и так немного, ты и так много потратила. Вылезай, вылезай, вылезай. Если быть до конца честной, я думаю, что это ужасная идея. Все согласились оставить все так, как было. Возможно, я так и поступлю. Но после слов Ратланда я уверена, что внизу есть что-то, что поможет мне ответить на вопрос, кто убил мою мать. Я должна вернуться. Использовать тот же путь нет смысла. Там все обвалилось. Река как-то нашла дорогу вниз. Тебе придется самой все выяснить. Я не могу спуститься туда. Прости. Все в порядке, правда? Да, нет смысла если тобой рисковать. Если неприятности, позвони Зипу, он тебя вытащит. Не испытывай судьбу. Я не намерена больше терять друзей. Как ты проберешься внутрь? Тем же путем, что и вода, я надеюсь. Если позвонит Аная, соедини меня с ней немедленно. Я немного опасаюсь оставлять ее одну. Я составлю ей компанию. Зип, ты решил, так сказать, рот продолжить? Уважаю, уважаю. Ага, вижу еще. Видите, сколько здесь сокровищ попрятали? Попрятали все, во все точки мира засунули. Сколько там у нас? 6. Подожди, а что я еще взял? Вы видели, я взял 2 штуки, у меня было 5. Как это вообще считается? Объясните мне. Это бочки с водой, ясно. То есть ничего существенного. Бойлер старый, котлы, автомобиль Лары. Ой, красота да и только. Дайте я еще раз проверю, на всякий случай. Может просто... Нет, 6 пишет. То есть у меня здесь, вот я при вас взял 2 вещи. Два артефакта, 2 реликвии и все. Больше ничего мне тут игра не дала. Ну спасибо, игра. Плывем вниз. А ничего не остается, только как плыть. Так. Давай, подыши, Лара. Вот так лучше.
Поехали. Как говорила Натла, теперь ты уже на вершине, Лара. Теперь осталась только одна дорога вниз. Давай, Ларочка, спускаемся. Будет забавно, если здесь будет какой-то секретик прятаться. Реально, это будет... Ох, как забавно. Ну, вообще, мне нравится, что здесь сохранились эти вот колодцы с водою. Так, контрольная точечка. Оттуда мы вошли, да? Это надо на время делать. Ну, рискнем. Давай, 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 Лара. Есть! Хе-хе. Да будет великий смыв. Не знаю, как это еще назвать, но, по-моему, это будет великий смыв. Красота. Ух. Я вижу серебро. Это то, о чем я думаю? Это анахронизм. Это принадлежало Аманде. Кроссовки сами по себе с ноги не сваливаются. Расшнуровано. Я и не предполагала, что она могла выжить. Там было полно воды. Может быть, ей не удалось. Было полно, не было полно, неважно. Сначала заберем все, что нужно. Это серебро? Вот это серебро уже. Спасибо! Наконец-то нашли серебро. Оттуда я пришел. Точнее, приплыл. Давайте рассмотримся. Может, здесь что-то еще ценное есть? Может, что-то я не увидел. Потому что я видел, что тут у них какая-то птица была изображена. Нет? Не читается, да? Не читается. Ну ладно, хорошо. Идемте до сюда. Здесь рассказывается история последней королевы Тиванаку. Ее отец был королем, но она потерялась, и ее воспитал воин. Королевой она стала после того, как шаман по имени Тунупа узнал о ее королевском происхождении. Тунупа — это одно из имен Виракочи, их бога Созидания. Шаман привел ее к озеру Титикака, где она получила от него посох, обладающий великой силой. Согласно мифу, Виракочи изначально жил в озере. Бог водопроводного дела. Ну да. Она привела свой народ к миру и процветанию. Но после долгих лет мудрого и справедливого правления снова началась борьба за власть. Вскоре Тиванаку умерла, и корабль унес ее тело в рай. Ничего не напоминает? Легенда о короле Артуре. Да, сходство потрясающее. При чем здесь король Артур? Одна и та же история. Ребенок, не знающий, что в нем течет королевская кровь, сходит на трон при помощи друга-волшебника и его магического меча или посоха, а впоследствии его забирают в рай во плоти. Многие культуры имеют схожие мифы. Например, Великий Потоп. Он встречается везде. Ну да, а что? Но это не миф, скорее, а реальность. Потоп-то уже официально был доказан.
Так. Тут-то уж наверняка что-нибудь да найдется. Стоп. Показалось. Я просто был уверен, что там что-то наверху есть. Ну, показалось. А может и не показалось. О-о-о. А я гений. Так. Лара, поаккуратнее, пожалуйста. Лара, выбирайся оттуда. Быстрее. Давай, Лара, бегом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не туда повернул. Знаете, еще раз, пожалуйста, мне понравился. Лара, выбирайся оттуда. Выбираемся. Давай, Лара, залезай. Путае. Какой бюст, какой профиль, мне нравится. Ух, отличная работа ног. Ну, спасибо тебе. Потрясающее место. Мне кажется, здесь стоит использовать поисковый режим твоего бинокля. Возможно, ты прав. А мне она нравилась. Она была красивой, но немного мешала. Да, совсем чуть-чуть. Ну, давайте посмотрим. Да, это любопытно. Это механизм. Это механизм. Больше ничего нету механического? Это исследовано. О, ну-ка. Вижу. Ну-ка, шарик, пойдем-ка. Подсобишь немного. Шаман королевы. Камень с мечом или в данном случае с посохом Виракочи. Да, это оно. Думаешь, это тот же, что мы видели в Тиванако? Существует несколько алтарей, но возможно... Значит, шаман это Мерлин, а посох в нашем случае это... Как же там называли меч короля Артура? Это совпадение. Ха, смешное название для меча. А это проход, да? Давайте-ка изучим все это место получше. Чую, тут что-то еще зарыто, не иначе. Так. Это впечатляет даже меня. А кого? А Лару трудно чем-то удивить. Так что вот. Учите
зубрите, так сказать. Ага, закрыть, значит, не получится никак, да? Лара, пни его. Нет? Не хочешь пинать? Ну, как хочешь. Так. Куда нам теперь можно? Нам можно туда. Теоретически. Ясно, туда нельзя. А почему ты не захватила? Это же нормальный уступ был. Был нормальный уступ, не захотела. Ладно, давай ее. Была красивой, но немного мешала. Она всем нравилась, успокойтесь. Ого! Это наверняка впечатляло местных жителей. Это впечатляет даже меня. Это всех впечатляет, успокойтесь. Так, туда не залезем пока что, да? Сейчас тогда вот этот спустим, потом будем залезать уже в других местах. Давай, Лара, погнали. Вперед, вперед, вперед. Ножичками топаем, топаем, Лара, топаем. Сюда мы не можем, да? Ну, это, конечно, плохо, что не можем. Но, с другой стороны, думаю, где-то еще есть какая-нибудь подсказка, чтобы туда залезть. Сейчас будем ее искать. Шаман королевы. Камень с мечом или в данном случае с посохом Виракочи. Да, это оно. Думаешь, это тот же, что мы видели в Тиванако? Существует несколько алтарей, но возможно... Значит, шаман это Мерлин, а посох в нашем случае это... Как же там называли меч короля Артура? Это совпадение. Просто чистое совпадение. Смешное название для меча. Нет, Лара, назад! Посмотри на нее. Она прекрасна. Мы были так близко. Так близко. Чудесно, Лара! Этот меч тебе ничего не напоминает? Это его держал Ратман. Да, а это всего лишь глиняная копия. А это что такое? Острие отломилось. Боже мой, я и не подозревала, что оно выглядит вот так. Я видела это раньше, в университете Васеда, в Японии. Но тогда я не увязала это с нашими артефактами. Дьявол, я немедленно отправляюсь за ними. Его там больше нет. Сега Такамото выкрал его. Такамото?
полиции, куда лучше не связываться, Лара. Меня это не волнует, Зип. Мне нужна эта часть. Устрой нам встречу. Хорошо, но... Подожди, мне тут звонит она. Соединяю вас. Лара, ты меня слышишь? Эти ублюдки из города, они здесь. Они спускаются за тобой. Мы в гробнице. Я помогу им устроиться поудобнее. Вот это по-моему. Принято. Прости, я не следил за Анаей. Я отвлекся, но кажется, сейчас она в безопасности. Все в порядке. Сообщи, если наши друзья-наемники подберутся к ней поближе. Ясно. Как ты намерена вернуться, если пола нет? Значит, я пойду по потолку. Логично. Нет, ну а чё? Давайте сейчас мы Лару вытащим, а потом следующая серия будет у нас в Японии. С Якудзо сражаться. Это мне нравится. Никакой плюшечки я не упустил? Вроде бы нет. Ну и хорошо. Я постараюсь увидеть, точно ли все здесь на месте. Вообще, подождите, давайте-ка вернемся к королеве. Я уверен, что там что-нибудь найдется для меня. Уверен, там что-нибудь ценное да есть. А Лара-то не взяла. Вот давайте просто зайдем, посмотрим. Слушайте, красиво смотрится. Принтскринчик сделаю. Идеально. А там что у нас? Постамент, но пустой. Ясно, значит ничего полезного нету. Ну и хорошо, поехали тогда дальше. Так. Давай, Лара, залезай. Я вижу парочку ребятушек. А, давай. Ну что, дотянем? Не дотянули. Я думал, надо захватиться за нее, но, видимо, надо все-таки спускаться полноценно. Ну ладно. Помрет, но не страшно, она у нас бессмертная. Это же Лара Крофт, она не может помереть. Она как, знаете, фильм «Пророк» есть такой хороший, фильм с Николасом Кейджем. Вот она то же самое, помирает по сотни раз, но знает, где ей точно нельзя помирать. И все то же самое. Так. Давайте сначала осмотримся. Может, здесь есть что-то ценное, что я не видел. Мало ли? Ну, вроде нет. Давай, раскачивай попку. Я ничего не вижу, а ты... Оно упало? Может, нам повезло? Мне сегодня не везет. Как колено. Лучше, чем мой зад. Но это же не я ошибся. Да, а кто не удержал эту чертову веревку? Она была мокрой. Я не понимаю, как она попала сюда без веревки по этим скользким камням. Поплыла. Знаешь такое? Поплыла. Проплыла. Наплыла из-за скала. Вот и все. Спасибо.
Вы очень добрый молодой человек. Спасибо, что растворяетесь и оставляете мне полезное оружие и оборудование. Пусть там остается. Он же не виноват, что он наемник. Почему? Вранье! Один-то должен был ответить. Кто еще остался? Все? Тут и гранат у них везде валяются. Слушайте, ну это слишком жирно для меня. Столько гранат мне давать, ребят. Это слишком жирно, даже по моим меркам. А-а. Это не ломается. И это тоже. Ну, я просто решил проверить, мало ли все это разбивается на самом деле. И тут что-то есть ценное, но нет. Давай, Лара. Раскачиваемся. Пусть заряжается. Было бы забавно, если бы здесь, кстати, было какое-нибудь секреточка. Но ее, походу, тут не будет. А может и будет. Нет, походу, тут секреточек таких не будет. Хотя было бы забавно, если бы вот ты плавал здесь по-быстрому, а потом что-то пропустил ведь. Ведь может же быть такое. Угу. А что там стоит, я не пойму. Почему он целился в землю? В чем соль, я не понимаю. Давай, Лара, поднимайся. Кажется, я видел барса. Трудно сказать. Ягуара. Здесь внизу нет барса. Тогда ягуара, как скажешь. Еще паука размером с твою ладонь. Тарантула. Ты что, всю жизнь прожил в инкубаторе? Прости, что не заучил все эти научные названия наизусть. Не страшно, не извиняйся. В том, что нужно. Ты лучше смотри внимательно. Ладно, Эйнштейн, если эта кровь как-нибудь доберется сюда... Нашел! Молодец! Хороший мальчик! Отдыхай! Отдыхай! Давай, красотуля. Вот и все. Тут где-то еще валялся. А, ты еще жив. Ну-ка, отдай-ка мне свою гранатку, отдай мне свое оружие, отдай мне все свое. Ой, а сколько вас тут? Дайте я вот эту заберу. Зик, она и все еще на связи? Да. Пусть она спрячется под машину. Кто-то идет. Вот
быстро разобрались. Я надеюсь, ты нашла, что искала, потому что я сюда больше не вернусь. Ну, понятное дело, не переживай. Я была права. Это все, что она тут оставила. Она выбралась и ничего нам не сказала? Ну да. Зачем она скрывалась все эти годы? Может, и не пряталась в прямом смысле слова. Всего лишь не поддерживала контактов со старыми друзьями. Друзьями? Вы ее бросили. Возможно, она нашла или узнала внизу что-то, что решила приберечь для себя. Ой-ой-ой, для Зип, себя. Ты говорил с Такамото? Пытался. Он не хотел тебя видеть, так что я напомнил ему, как сильно ты ненавидишь слово «нет». И что я он сказал? Я собеседница. Полагаю, он хочет встретиться на нейтральной территории. Тебе понравится. Он хочет встретиться с тобой в офисе Тору Нисимуры напротив его пентхауса. Нисимура? Ты кому-то не знает, что мы друзья? Нет, все, что ему известно, это что Нисимура устраивает завтра ночью корпоративную вечеринку и что на ней вы встретитесь. Все лучше и лучше. Ладно, в таком случае я направляюсь прямо туда. Хотя надо еще подумать, в чем я там появилась. Это точно. Поздравляем, вы открыли несколько тайников, откройте меню бонусов, чтобы увидеть следующие награды. Видеоролики, биографии, личные дела, модели объектов. Неплохо, неплохо, неплохо. Перу, возвращение в Параиса. Опять не нашел золото, опять не нашел серебро. И даже бронзу не всю собрал. Вот что такое? Где-то ведь оно валялось, наверное, так полагаю. Где-то же валялось. Ладно, давайте посмотрим дополнительные, ребят. Кстати, я вебку верну. Я здесь, никуда не делся. Так, досье. Тора Нисимура. Тора Нисимура, богатый медиамагнат, владеющий 6 телестанциями и издательствами на юге Японии. Взлет его карьеры был внезапным, и он до сих пор с удовольствием вспоминает времена, когда работал журналистом. Так что его будни не весь... Так что его будни не всецело заняты корпоративными делами. Одно из расследований привело его к коррумпированному члену Совета Министров и бесценной серебряной статуи. Алара спасла ему жизнь, когда выяснилось, что артефакт вовсе не то, чем кажется. После тех событий он и Лара Крофт стали друзьями и всегда приходили друг другу на помощь. Хороший человек. Сега Такамото. Сега Такамото долгие годы был восходящей звездой японского преступного бизнеса и в настоящий момент является кумитё, он же боссом Якудза. Он увлекается древним оружием и постоянно торговал на черном рынке, раздражая коллекционеров и авантюристов тем, что чередовал аутентичные вещи с подделками, а с помощью Якудза пытался оградить себя от обманутых покупателей. Впрочем, конфронтация с Ларой Крофт из-за очередной серии подделок так ударила по его репутации, что ему пришлось покинуть подпольный рынок антиквариата. Для Якудзы до сих пор остается загадкой, почему он ее не любит. Версия о том, что он просто не сумел этого сделать, представляется невероятной. А почему он ее не убил? Версия о том, что он просто не сумел этого сделать, остается невероятной. Ну, скорее всего, он убьет нас пару раз в следующий раз. Анна Иманао. Анна Иманао, инженер-строитель, работает в самых бедных районах Южной Африки. Неплохо. Она и друг Лары еще с университетских дней. Она была с Ларой в тот день, когда произошла трагедия в Параисе. С тех пор она сделала собственную удачную карьеру, и с их Ларой пути периодически пересекались. А по-моему, читали они, да? Ну да. Так, локации бонусные. Ну это мы смотрели. Модель объектов. Перу. Ананая. Я вот, кстати, пытаюсь понять, как здесь вращать все это дело. Пока не удается найти. То есть это вращается только с помощью, видимо, клавиатуры мыши, ясно. Но это Анная, цыплен... Подожди, там птицы были? Кто-нибудь видел птицы? Я не видел птиц. Джип Командер. Хороший. Ну-ка, дайте я его там повращаю. Дукати. Леон Кеннеди завидует. Дробовик стандартный. Транспортный грузовик. Джип Вранглер. Это мне нравится. Он точная копия джипа из паркерского периода. Юная Лара.
красота. Что по костюмам? Да-да. Черный, легенда. Костюм кремовый. Ага, то есть вот этот платьец пока остается у нас. Увеличить размер обоймы главными. Ну что ж, давайте тогда на этом с вами мы на сегодня закончим, ребят. Надеюсь, вам эта часть прохождения понравилась. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, также в Дискорде, ВКонтакте, на DevinArty. Ссылочки все в описании. И спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. И извиняюсь за музыку, что она меня, наверное, сейчас глушит. Постараюсь как-то над этим поработать. Ну, всем до скорой встречи. И всем пока. Еще увидимся, мои дорогие. А, да. Мисс Крофт, спасибо большое.